Журналистка Fox News станет пресс-секретарем Госдепартамента. Хизер Ноэрт приняла предложение возглавить этот серьезный аппарат, об этом сообщает Bloomberg. Яркой, симпатичной блондинке уже 47 лет, а выглядит она на 25. Она с ведущей передачи Fox and Friends, о которой Дональд Трамп не раз положительно отзывался. Говорил, давний фанат телепередачи. Нойер тоже говорила о симпатиях к Трампу и была с ним максимально доброжелательна во время интервью и на встречах во время предвыборной кампании. Thank you.